По поручению главы государства, Министерством внутренних дел с 23 января по 30 июня текущего года принимались заявки на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в нашу страну до 1 сентября 2022 года. При этом транспортные средства, ввезенные в страну после 1 сентября 2022 года, легализации не подлежат. Всего легализовано более 239 тысяч иностранных автомобилей. Учитывая разовый характер легализации, информируем автовладельцев, что заявки на легализацию, поданные до 1 июля 2023 года, будут рассматриваться только до 30 декабря текущего года. На сегодняшний день вносятся соответствующие изменения в нормативно-правовые акты. То есть, фактически для легализации иностранных автомобилей осталось менее 1 месяца. Учитывая ограниченные сроки, призываем автовладельцев завершить процесс легализации и зарегистрировать свои транспортные средства. Электронное заявление на легализацию транспортного средства можно подать через портал EGOV.KZ, либо через мобильное приложение Каспи. Напоминаем, что за езду на незарегистрированном авто первый раз водителям грозит штраф 10 МРП, за повторное нарушение в течение года 20 МРП, либо лишение водительских прав на 1 год.